Так. Привет, ребята. Потестируем сегодня Билайн. Тариф с так называемым неограниченным трафиком. Лазурит тариф, по-моему, называется. Только LTE работает. Ну, это не так страшно, я думаю. Есть, конечно, покрытие LTE меньше, чем третье поколение. Но уже на самом деле он много где есть. Скорость, конечно, не впечатляет этого LTE. У меня есть предыдущий мегафон, я тестировал, который какой-то мега-лидер. Я бы тоже не сказал, что прям чудеса какие-то. У Билайна два диапазона 1800-2600 сейчас стоит. Так, 1800. Это что-то делает. Мне планшет делает. 1800 B3. Надеюсь, запишется уровень сигнала. Минус 67. Отлично, можно сказать. Скорость померяем. Пинг 24. Хорошо, отлично. Ну, скорость несколько раз я уже мерил, я примерно знаю. Была она, кстати, побольше, 20. Ага, ну сейчас, да, 20. 25 иногда бывает. Так, что это? Планшет хочет выключиться. 20. 13 линии прямые. Ну вот линия не прыгает, это хорошо. Так, если одиночный поставим, сингл, ну, по-моему, то же самое получается. Без разницы. Мульти-сингл. Да, пинг такой же. Скорость, ну, наверное, дойдет до 20. Странно, почему-то меньше получилось. Пятнадцать, десять. Может быть, действительно нужно в мульти тестировать. Сейчас давайте еще разок. Потому что меньше входящее. То действительно было 15. И что падает? 20. Двадцать десять. Входящая вроде побольше в мульти. При мульти режиме. Так, давайте-ка еще разок. Мне интересно, действительно ли меньше становится. Странно, я думал, что сингл не меньше делает. Буду знать на будущее. Да,
Да, немножко поменьше получается входящая. Почему-то входящая немножко поменьше. Ну ладно. Так, сейчас переключу. Попытаюсь переключить в B7 2600. Так, запись у меня идет, я надеюсь. Мне охота все это перезаписывать. Так. Да, сменился диапазон. Минус 81 децибел. Ну, тоже считаю неплохо. Так. Что он там? Я не понимаю. А. Подвесон какой-то устроил дебилоидный. Так, мульти. Конечно же. Хотя, может быть, здесь как-то по-другому надо будет. Сингл еще проверить. Пинг супер. И так. 2600 скорость вообще должна быть больше. Частота больше. Пропускная способность больше. Ну нифига. Нифига. Это у Билайна не дает. Ужас. 2600 хуже у Билайна. Исходящая, ну что это 5? Что это такое? 17.5. Ну так видно настроено у них. Так, давайте тогда еще сингл просто для развлечения. Че он там? А, улучшил, я думал, улучшил сигнал. Да, хуже. 2600 хуже. Хотя сигнал нормальный. 2600. Минус 80. Но скорость намного хуже. Исходящая никакущая вообще. Что это такое? 2, 3, 5. Ужас. Ужас. Так, ну в общем-то все. Я потестировал тариф корпоративный, как называют, для фирм. А у Билайна он нет никаких ограничений, работает в любом роутере, в любом телефоне, раздача открыта и торренты не заблокированы. С этой позиции просто пятерочка. Ну а скорость вы видите. Ну я бы сказал. Так, сейчас. Так себе скорость. Жалко, чего 2600-то. Можно было бы и покруче работать. Сейчас переключусь обратно. 1800. Блин, что у меня подтверждение спрашивает дебильные свои. Подтвердить, блин, я переключаю уже сотый раз, соображаю, наверное. Че мне? О, минус 63. Отлично, отлично. Так. Я переключился обратно 1800. Мульти. Вот это максимум, да. Максимум, что можно получить. Время сейчас не загруженное. Сейчас утро. Блин. Исходящее что-то упало. Было 10-12. Вот скорость так себе, так себе.
Ну, в общем, все, что тестировать, то, что ничего не ограничено, пятерочка, скорость, троечка, все. Если сравнивать вот предыдущий мегафон, чуть побольше скорость у мегафона, много ограничений. И то, что там чудесные скорости у мегафона, я бы не сказал. Это... Ну да, скорость побольше. Если вы можете посмотреть ролик, там больше, но не кардинально. Не так, как кажется, что прям там должно быть сотни мегабит. Нет, такого нет. Ну, на этом все. Ростелеком я еще потестирую обязательно. И тогда уже будет у нас полная картина. Всем пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Ну, покупайте, что нравится. Всем пока. Так. Делал я захват первый раз двух кусков экрана. Надеюсь, захватится два куска. Обычно же один кусочек только захватываешь. Так.